Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сентябрь, 12-е. Преподобный Воссиан Сисненский, Татемский. В миру Василий, крестьянин села Стрелицы, по другим данным, деревни Бурцево. Близ города Тотьмы, занимался портняжным ремеслом. Оставив семью, он принял постриг от преподобного Феодосия Татемского в Сумаринской обители на реке Сухоне, где прожил несколько лет в трудах и послушании. В 1594 году преподобный поселился недалеко от Тотьмы при храме во имя святителя Николая Чудотворца на реке Сиксне. Вначале он жил на церковной паперти, а затем поставил около храма келью. Преподобный посещал каждое богослужение. 13 лет он носил на теле вериги, на плечах тяжелую цепь, на чреслах железный обруч, а на голове под куколем железную шапку. Стремясь к уединению, преподобный, кроме духовного отца, никого не принимал в своей келье. Питался он подаянием, которое ему клали на оконце. Представился преподобный Воссиан 12 сентября 1624 года. Только при погребении обнаружилось, как тяжко смирял он свою плоть. На месте подвигов преподобного впоследствии был основан монастырь в честь нерукотворенного образа Спасителя. Почитание преподобного Воссиана началось с 1647 года, когда во время моровой язвы у места его погребения многие получили исцеление. Житие преподобного написано в 1745 году игуменом Иосифом. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.